Да. Может, нужно было сразу в полицию звонить, а? Ты же видишь, как он плох. Сейчас в больницу отвезем, а потом полицию вызовем. Хорошо. Что? Я, по-моему, телефон забыл. А я сумку там оставила. Ладно, я быстро. Только аккуратно. Да, не волнуйся. Да, слушаю. Нет, нет, это я тебя слушаю. Где старик? Надеюсь, с Вячеславом Федоровичем все будет в порядке, а я еду в полицию. Уж тебе этого не делать. Давай так, давай по-хорошему. Я забуду, что ты покушался на меня, а ты мне сейчас скажешь, куда ты везешь моего дядюшку. По-хорошему не получится, вы же собирались его убить. И я обязательно сообщу об этом кому следует. Нет, нет, это я сообщу в полиции, что... Ты хотела ограбить и убить старика, а я помешал, и ты тогда хотел убить меня. Как тебе вот такая версия? Это полный бред. Да нет, это не бред. Это очень достоверная версия. И знаешь, у меня тут куча улик. Флакончик с лекарством. И шприц, и там везде для отпечатки. А еще мой адвокат в суде. Напомнит про твою криминальную историю 7-летней давности. А это называется, ты знаешь как, рецидив. И ты сядешь. Сядешь надолго. Так что говори, где мой дядюшка. Послушай, я теряю терпение. Говори мне, куда ты везешь старика, или тебе и твоим детям конец. И это не фигура речи, это предупреждение. Марин, привет. Да, я тоже. У меня сейчас очень большие проблемы. Я везу очень важного для меня человека. Ему нужна медицинская помощь. Да. И его еще нужно спрятать от чужих глаз. Хорошо. Да, при встрече все объясню. Да, хорошо, едем. Мам, дай мне сюда телефон. От него нужно избавиться. Да, ты прав. Слушай, Кириллов, твой полицейский подполковник может узнать номера машины за 10 минут по имени? Анна Колесниченко. Я не знаю ее отчество. Выглядит на 35. Плюс-минус. Пусть отследит ее телефон. Я сейчас вышлю номер. И проверь все городские больницы. Она увезла старика. Он при смерти. Далеко она его не увезет. Подожди.
меня планшет пропал. Ты понимаешь, что это значит? Ты очень вовремя его привезла. Еще немного, и он бы не выкарабкался. Он должен выжить, иначе я сяду в тюрьму. Ну, мы сделаем все возможное, чтобы выжил. А если не выживет, сядем вместе, как соучастницы. Прости, Мариш, совсем не подумала, что я тебя подставляю. Вот и не думай. Тут дело в другом. Я не смогу долго скрывать такого пациента. А сколько сможешь? Мне 10. Максимум 2 недели. У нас персонал, конечно, приучен не задавать лишних вопросов. Сама знаешь, какие люди к нам приезжают. Но в конце концов, кто-то может проговориться. Да-да, я понимаю. Другого шанса у меня все равно нет. Он должен начнуться, понимаешь, чтобы рассказать правду. Должен начнется. Ты что собираешься делать? Этот Поярков очень опасен. Не знаю, заберу детей и уедем куда-нибудь. И будем ждать от тебя вестей. Я поняла. Ты уже решила, куда поедешь? Не знаю я еще, куда поедем. Главное, подальше отсюда. Деньги у тебя есть на такое путешествие? Да, сегодня зарплату с карточки сняла. Да и дома кое-что имеется. Нам же все равно заезжать. На, держи. Возьмите мою машину, твою Поярку сразу вычислят. Надеюсь, она не заглохнет. Да, замок задней правой двери иногда не срабатывает. Предупреди Лизу с Ваней. Марин, ну как же мне повезло, что мы с тобой сидели за одной партой на вступительных экзаменах. Это мне повезло. Если бы не ты, я бы тогда не выжила. После гибели Сережи с Олечкой. Мам, здравствуйте. Там у Лиски пора заканчивается, так что... Да-да, сейчас. Марин, ты мою машину спрячь, пожалуйста, подальше. Обязательно. Береги себя. В машине, быстро. Ты нормальный вообще? Да, я нормально. Мам! Мам, что происходит? Мы уезжаем. Куда мы уезжаем? У меня через 2 часа консультация. Завтра зачет пересылку. Так, у меня вообще планы на вечер. Слушай, не кипишись, хорошо? У меня тоже учеба. У меня тоже практика, без которой меня не переведут на гребаный 3-й курс. Конечно, хорошо? На 3-й курс колледжа, да? А я в университете. Да, и что? Не спорить. У мамы проблемы, поэтому мы сейчас заедем домой, возьмем вещи и документы на некоторое время и уедем из города. В дороге я тебе все объясню. Дубина. Что? Стойте! Это машина Пояркова. Вот, блин. Значит, попасть в квартиру у нас не получится. Да, придется ехать налегке. Офигеть! Ничего, не боюсь, сестренка. Прорвемся. Теперь я рассчитываю только на врачебный талант Марины и на большое желание Войцеховского жить. Других козырей у нас пока против Пояркова нет. Почему? Алло, Маш, привет. Что ты делаешь? Ваня, что делаешь? Ваня! Мама! Мама, он телефон выбросил! Лиза, так нужно.
Ладно, ты хотя бы можешь объяснить, куда мы едем? Не знаю. Во всяком случае, подальше от Бояркова и его людей. Знакомьтесь, мой племянник Артур Поверков, крупный бизнесмен и начинающий меценат. Очень приятно. Много вас наслышан. Хочу признаться, не очень верил в вашу рефлексотерапию, но результат убедительнее моего мнения. Я очень рада это слышать. Немного ревную дядю к вам. Ну, вот это не стоит. Вячеслав Федорович всегда говорит о вас как о близком и родном человеке. Ну, а я что? Я, в свою очередь, постараюсь сделать все возможное, чтобы поставить вашего дядю на ноги. В свое время он спас меня. Да, я знаю вашу историю. Мне пора, не буду вас отвлекать. Надеюсь, у нас будет возможность пообщаться поближе. Дядя Слава, так мы назначаем встречу с представителем музея на следующей неделе. Ну, конечно. Но только перед этим нам нужно будет кое-что с тобой обсудить. Безусловно. Оставляю вас в надежных руках. Всего хорошего. До свидания. Наш художественный музей хочет сделать выставку картин из моей коллекции. И вот Артур взял на себя все хлопоты. Я очень рада. Я уверена, выставка пройдет с большим успехом. Я тоже на это надеюсь. Мой племянник, он деловой, обстоятельный человек. И к тому же, он очень порядочен. Аня, мне кажется, вы определенно ему понравились. Вы хотите меня сосватать? Ну, почему бы нет? Из вас могла бы получиться прекрасная пара. Может, нет. У меня уже был опыт замужества. Не хочу его повторять. Вот это зря, Анечка. Не стоит из-за подлости одного человека считать, что все остальные мужчины негодяи. Давайте приступим к массажу. Ты что творишь ненормально? Простите, пожалуйста, я вас не задела? К счастью, нет. Естественно, к моему, потому как я понимаю, у вас совершенно другие цели. В смысле? А вы что, не заметили, что уже второй раз избегаю столкновения с вашим автоископаемым? Простите меня, пожалуйста. Может, стоит сначала научиться водить, а потом уже садиться за руль? Почему вы так разговариваете с моей мамой? Потому что ваша мама чуть не переехала меня. Ну, не переехала же. Я смотрю, у вас с воспитанием тоже не сложилось. А вы что, типа, выдающийся педагог или как? Я не вижу смысла продолжать этот разговор. Вот козел. Ваня. Во-первых, он прав. Что? Ну, я имею в виду только эту ситуацию. Идите в кафе, я сейчас машину припаркую, приду. Мам, а как думаешь, нам долго придется прятаться?
пока Вячеслав Федорович не придет в себя. А если он вообще не очухается? Лиза, я же сказала, другого способа противостоять Бояркову у меня нет. Мам, послушай, у меня... Но Марина и врачи обязательно приложат все усилия. А, поворот! Мам! Вань! Вань, Вань. Что? Ничего. Так, спокойно. Поднимайся тихонечко. Живы? Я сейчас скорую и полицию вызову. Не нужно, мы сами. Вы не знаете, где здесь ближайшая больница? В Дубровине. Это километрах 7 отсюда. Но давайте, может, скорую? Не нужно, я сама врач. Мы там быстрее будем, чем они при вас. Давай, тихонечко, тихонечко. Давайте подвезу. Пойдем. Насчет машины не волнуйтесь. Лиза, сумки возьми. И ключи в машине. Я вам оставлю свой номер. И как с пацаном разберетесь, позвоните. Приеду, заберу вашу лошадку. Меня, кстати, Женей зовут. Женщина, я же вам человеческим языком говорю. Рентгенолог будет утром. Хирурга нет. Ночь. Ночь. А по-вашему, ночью травмы с людьми не случаются? Так, где у вас телефон? Телефон у вас есть? Я буду звонить на горячую линию в Минздрав. Что случилось? Опять вы. Максим Александрович, эта женщина ворвалась сюда и скандалит. Мы попали в аварию, у моего сына травма. Здесь нет ни хирурга, ни рентгенолога. Ну, а что делать? Это специфика районной больницы. Успокойтесь, я осмотрю вашего парня. Вы? Да. Я хирург. Позвольте? Пожалуйста. Спасибо. Что болит? Что не видно, что плечо. Я не рентген. Позвольте, посмотрю. Я думаю, что перелома нет. Сильный ушиб и, возможно, растяжение. Думаю, возможно. Отличный способ диагностики. Вы успокойтесь. Значит так, сделайте парню укол, обезболивающее, плюс седативное. И устройте их в какую-то свободную палату. Хорошо. Поблагодарите судьбу, что легко отделались. И не садитесь больше за руль, это явно не ваше. Всего хорошего. Мам, а где мой рюкзак? Не знаю. Блин, я его, по-моему, в машине Жени забыла. Лизка, блин, ну ты растяпа. Мам, у тебя же есть телефон Жени. Позвони ему, пожалуйста, прямо сейчас, слышишь? Сейчас нужно на дворе, я завтра позвоню. Ничего с твоим рюкзаком не случится. Хорошо, только завтра сразу мне в больницу его принеси, хорошо? Хорошо. Все, ну... Лизка, ну... Ну, прости, все. Вот же стерва. Столько времени потратили на поиски этого телефона, и все впустую. Ну, она, конечно, соображает. Рано или поздно проколется. Надо прошерстить ее знакомых. Артур Геннадьевич, простите, что я лезу не в свое дело, но зачем она вообще сдалась? Давайте сосредоточимся на поисках вашего дяди. Забыл, что у нее планшет. Делай, что я говорю. Федорович, ну, а с провайдером вроде у вас все хорошо. Я думаю, что Wi-Fi может барахлеть. Вы мне скажите, где роутер, и я проверю. Роутер, он в кабинете на этажерке возле телевизора. Спасибо. Анечка, у вас замечательный сын. Правда? Спасибо. Да. Ну, ничего страшного. Вы, главное, выздоравливайте. Ну, ничего, я что-нибудь придумаю. Медсестра заболела. Анечка,
А ведь вы можете сделать укол. Конечно. В какое время? Где лекарства? Медсестра обычно приезжала около 6. Но ведь можно и раньше, правда? А ведь как хорошо, Анечка, что жизнь свела меня с вами. Это я должна благодарить вас. Если бы не вы, не делала бы я вам сейчас укол, а сидела бы в тюрьме. Все ведь адвокаты говорили, что это безнадежное дело, а вы взялись меня защищать. Да уж. Тяжелое было дело. Кстати, как обстоят дела с выставкой? Я видела уже некоторые картины упакованы. Я, между прочим, шью специальное платье для этого вернисажа. Вы знаете, я уже иногда жалею, что затеял все это. Почему? Что-то не так? Несколько дней назад я сказал Артуру, что после выставки хочу оставить все свои картины нашему художественному музею. Его реакция просто потрясла меня. Передо мной был другой, незнакомый мне человек. Он был в бешенстве. И мне даже показалось, что он хочет задушить меня. Ну, не преувеличивайте. Я ничего странного не заметила в его поведении. Очень искренние отношения. Нет, я не преувеличиваю. Увы. И вы простите меня, что я поощрял ухаживание своего племянника. Он не достоин вас. Доброе утро. Если оно, конечно, доброе. Утро доброе. И все у нас будет хорошо. Доброе утро. Здравствуйте. Спит? Да. Но я его тогда позже на рентген отведу. Хорошо. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Катя. Катя, вы не знаете, здесь можно где-нибудь снять комнату? У нас? В Дубровине? Дело в том, что мы не отсюда, мы проездом. Вот ехали отдохнуть, и произошла авария, сын попал в вашу больницу. Я знаю только один вариант. Правда, хозяйка Ирина Михайловна довольно своеобразная женщина. Не факт, что впустит, но попробовать надо. Дом у нее хороший. Только чур на меня не ссылаться. Хорошо. Я вам сейчас адрес напишу. Да-да, спасибо. Так, дом 13, значит, следующий 15-й наш. Чего так жарко? Здравствуйте! Здрасте. Нам сказали, что у вас можно снять комнату. Рекомендовали вас? Кто рекомендовал? Да, одна женщина. На остановке мы с ней встретились, она сказала, что… Зинка, наверное. Ладно, только я сдаю сразу полдома. Деньги за месяц вперед, 200 уе. Сколько? 200 уе или по курсу. Цену не сбавлю. Все равно вы здесь ничего не найдете. Хорошо, мы согласны. А машину у вас можно будет во дворе поставить? Ладно. А где машина-то? Она за городом сломалась. Но мы ее сегодня привезем. Ну, идемте, я вам ваши комнаты покажу. Скажите, а у вас телефон есть? Ну, а как же? И мобильный, и домашний. Можно воспользоваться одним из них? Домашним. На кухне стоит. Хорошо. Тут неподалеку деревня Горшкова. Я сам оттуда. Хорошее место. Лес, река, воздух. Все дела. Работаю водителем на Дубровинском хлебзаводе. Жена Валя. Беременная. Вот-вот сына родит. Это прекрасно. Ну что, Евгений, скажете, серьезная поломка? Кажется, рулевая тяга полетела. Боюсь, не просто будет вашу старушку опять на колеса поставить. Тем более у нас. Но я поспрашиваю. А пока будем пробовать отбуксировать ее к вам.
Так. Поехали. Осторожно. Давайте. Ну все, я поехал. Да, Жень, спасибо большое. Вы обращайтесь, если что. О, ну вот, будет теперь это ваше одоробло посреди двора торчать. Ну, мам, я там прибралась, можем заселяться уже. Хорошо. Ну, вытаскивайте вещи, я помогу вам. А у нас нет вещей. Украли. Мы же машину оставили прямо на дороге, когда Ваню в больницу повезли. Слушай, прям все-все украли, да? Да, все, и вещи, и документы, и даже телефон. Ну, надо же. Варья нынче как червей после дождя. Жесть. Как же мы без вещей теперь? Да, ладно, вещи. Вот документы надо будет восстанавливать. Да-да. Может, в магазин сходим? Ирина Михайловна, а у вас далеко магазин? Продуктовый за углом. О, я сбегаю потом, да? Да, да. А есть ли у вас какой-нибудь тент или ненужный кусок брезента машину закрыть? Ишь ты, ненужный. Ненужный в хозяйстве не держу. Ладно, поищу. Спасибо. Давай так. Ты в магазин, я в больницу к Ване. Думаешь, поверила? Не знаю. Будем надеяться, что да. Ладно. Ну что, давайте, малыши, карандаши. Доктор, остановитесь, сейчас будем строить. Давайте, полетели. Ну? Ну-ну. Все, сейчас вас доктор... Ой, посмотрит. Ага. Давай, Костя. Давай. Опа. Так. Костя! Костя! Что такое? Костя, стой! Костя, стой! Ты куда пошел? Ты что такое? Костя? Не хочу к доктору. Ну что значит, Костя? Не хочу к доктору. Костя, надо. Ну ты же заболел, Костя. Ну сейчас тебя доктор посмотрит. Все будет хорошо. Костя, ну, Костя. Идите, идите, я его приведу. Давай, стой. Давай. Как тебя зовут? Костя. Девушка, заходите, изготовим все, что нужно, и даже то, что не нужно. Угу. И качественный баннер, да? Тоже изготовите. Ну, а как же? Ага, как этот. Да. Нет, увольте. Подождите, подождите. А что именно тебе не нравится? Да, ну, все не нравится. Во-первых, это банально. Почему съехал логотип? Это центральная деталь, он должен взять на себя внимание. Цвет, его очень много. Это что за бесплатный мастер-класс? Держи. Это ж откуда вы взялись такая талантливая, а? Из полиграфического института. Я, между прочим, первый курс закончила. Круто. Да, круто. Мою работу по плакату признали лучше. Да? Да. Слушай, а не хочешь подработать, а? Тут? Ну да, исправить там всякие банальности, там, влево-вправо. Не хочу. Ну, ладно. Что, влюбился, что ли? Давай работать. Да, да. О, вот еще один. Ну и зачем сразу к нам? Ну так мы перепугались. У всех температура до 39 поднялась. Ну, ротик открой. Зря пугались. По симптоматике типичная ОРВИ. Все, молодец. Простите, а вас не смущает, что все дети заболели из разных групп? Меня не смущает. Еще вопрос есть? Есть.
Вы в диагнозе уверены? На острое респираторное не очень похоже. А как по мне, так типичное ОРВИ. Кстати, вы кто, врач? Я… Ну да, конечно, у нас же нынче все врачи. Насмотрятся сериалов, читаются газет, бабушкино здоровье. И давай лечить. Я не пытаюсь лечить. Меня просто симптомы смутили. И было бы разумно на всякий случай отправить этих детей в инфекционное отделение для выяснения диагноза. А у нас нет инфекционного отделения. Ну, вы могли бы хотя бы отделить этих детей от других? А вдруг это корь? Какая корь? У нас в нашем детском саду у всех есть справки о прививках. Вот так. Ну, знаете, иногда родители покупают справки. Поэтому мне кажется, что… Кажется, что? Если вы такой же хороший диагноз, как и водитель, то ваш совет дорогого стоит. И, кстати, я был прав. У вашего сына ничего серьезного с плечом нет. Явился немного. Ку-ку. Привет. Привет. Мама где? Да понятия не имею. Я думала, она у тебя уже. Ой, вот это мы влипли. На, держи. Спасибо. Что у тебя там такого ценного? Не у меня, мам. У нас. Есть вероятность, что в этом рюкзаке наше спасение. Ты о чем? О планшете Пояркова. Да я не знаю, что она здесь делает. Анна обычно приходит по вторникам и пятницам. Сегодня понедельник. Что? Значит, передай своему подполковнику, что деньги он получит после того, как заключение естественной смерти будет у меня на руках. Да пусть они делают хоть 10 вскрытий. И сестра придет, как обычно, в 6, сделает укол. Мы подъедем к 8. Найдем мертвого дядюшку, я вызову скорую. К этому времени препарат в организме практически невозможно будет уже определить. Да, положи меня. Я перебросил туда ключи счетов со всех своих фирм и все данные по бухгалтерии. Пусть теперь менты попробуют до них добраться. Бывает. Произошло. Артур, вызывайте скорую. Он жив? Да. Мама! Он подменил лекарство для укола, мам. Что? В смысле? Ага. Я все слышал. Он хочет убить Вячеслава Федоровича. Нужно срочно звонить в полицию. Что там слышал, пацан? Так, телефон! Проспись. Тихо. Мам! Иди сюда. Да отпусти! Отпустите меня, зарёт! Ничего, жить будет. Вань! А? Откуда у тебя планшет Пояркова? Ну, помнишь, когда я вернулся за телефоном в доме Войцеховского, помнишь? Так, и? Ну вот, прихватил и планшет. А здесь компромат на Пояркова. Красавец! А чего ты раньше про планшет не сказал? Да, я не знаю, хотел разобраться сначала. Разобрался? Он заблокирован. Ну, мы можем найти кого-нибудь, кто хакнет его. Да, мы можем найти кого-нибудь. Блин. Интересно. Да. Теперь из него информацию никак не достать. Что, вообще? Не то чтобы вообще, но пока мы экран не поменяем никак. Черт. Так значит, нужно заменить экран. Мам, это дорого. Дорого не то слово. Значит, нужно заработать деньги и поменять экран. Как? Где?
Не знаю, может быть, в этой больнице нужны врачи. А твои документы? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, аккуратно. Садись на стул, лицом к спинке. Сейчас я тебе постараюсь купировать боль. Ровненько. Hello, Mr. Williams. Приветствую, мистер Уильямс. Don't worry, everything is developing according to... Не волнуйтесь, все идет по плану. Collection is almost yours. Коллекция почти ваша. But I need guarantees. Но мне нужны гарантии. Therefore, I suggest you to sign the contract of interest. Поэтому я предлагаю сразу после выставки подписать договор о намерениях. With advance payment. С выплатой аванса. Yeah. What? Что? Oh, no. Нет, увы, мой дядя совсем плох. I hope for the best. Я, конечно, надеюсь на лучшее, но, боюсь, открытие выставки он уже не увидит. Thanks for your empathy. Спасибо за сочувствие, мистер Уильямс. All the good. Всего доброго. Мам. Да. А я ведь недавно копировал тебе все документы в облако. Можно просто найти интернет и достать их. Ты мой хороший. Нет, 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 нет. Поярков. Он тебя по ним найдет. Да, ты права. Только Поярков не знает моей девичьей фамилии. А у меня диплом медучилища на девичью фамилию. Так что я совершенно спокойно могу устроиться медсестрой. Вот. Ты пойдешь работать медсестрой? Ну, ничего другого не остается. Кстати, мам, а... Я знаю, где распечатать твой диплом. Я одно место нашла. Мне там сегодня предлагали работать. Я отказалась. Но могу пойти и сказать, что я передумала. Лиза, как же твои документы? Ой, до моих документов там вообще никому дела нет. Ну, тогда я тоже куда-нибудь пойду. Пойду выяснять насчет планшета, сколько стоит замена экрана. Да, ты пойдешь. Сиди, лечись. Мам, мне сегодня доктор сказал, что у меня с плечом все более-менее нормально. Смотри. Да, да. Только нужен бандаж. Давай свалим отсюда. Да, все у тебя в порядке. Так, держи одежду, я тебе купила, переодеться. Ты. Спасибо. И пойду узнаю, нужны ли медсестры. Давай я тебе помогу. Катя. Ну что, сняли жилье? Да, спасибо вам большое за все. А вы не знаете, в вашей больнице требуются медсестры? Мне работать нужно. Так вы же вроде бы в отпуске, отдыхать ехали. Ну, видите, как складываются обстоятельства. Ну да. Медсестры нам всегда нужны. Знаете что? А вы поговорите, наверное, с нашим заводделением, доктором Таранцом Андреем Михайловичем. Он в этом центральном корпусе на первом этаже направо. Спасибо большое. Пожалуйста. Опять что-то не так? Нет, нет. Я по поводу работы. Я слышала, вам нужна медсестра. Да, мне нужна медсестра с опытом работы. Я 20 лет проработала в различных медучреждениях. Вас это устроит? Вполне. Как вас зовут? Анна Величко. Ну, хорошо. Занесите тогда документы в отдел кадров. Я им сейчас позвоню. Дело в том, что мы с детьми попали в аварию, и все наши... Документы и вещи украдены. Ну, тогда я не смогу вас взять. Но я в ближайшее время все документы постараюсь восстановить. Но, а пока принесу копию диплома медучилища. Хорошо. В порядке исключения. Но с документами не затягивайте, хорошо? Сами понимаете, вдруг проверка. А сейчас найдите старшую медсестру Полину Ломейко. Она вам покажет отделение. Спасибо. Угу.
Вам очень идет этот кабинет, Артур Геннадьевич. Надеюсь, скоро весь дом будет моим. Ах, как же голова болит. Только мне сотрясение. Ладно, что там твой подполковник? Разослал ориентировки на ее машину? Ориентировки разослал. И что? К сожалению, пока ничего, Артур Геннадьевич. Матвей, ты, кажется, чего-то не понял. Анна — это наша единственная ниточка к моему дяде. Просто у меня планшет. Если он попадет к ментам, то пропаду не только я, но и вы все вместе. А если планшет у Анны, почему она до сих пор его в ментовку не отнесла? Этого я не знаю. Но очень хочу узнать. Может, затеяла какую-то свою игру. Но для этого ей надо засунуть нос в мои документы. Тут, знаете, засовывай нос, не засовывай. Он же запаролен. Матвей, не глупи. Запаролен. Для нынешних специалистов это вообще не проблема. В этом так называемом шахматном уголке наш заподделение любит проводить летучки. На воле, как он говорит. Кабинеты процедурные я тебе показала, все остальное в рабочем порядке. Вопросы есть? Пока нет. То, что касается должностных обязанностей, ничего особенного. Все, как и у вас в столице. Пойдем с коллегами познакомим. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? У меня треснуло стекло в планшете. Его можно как-то заменить? Сейчас посмотрим. Алло? Да, мастерская. Вот да. Это ты влетел. $600-700 стоит новое стекло. Сколько? 600-700. А, да, сейчас проверю. Закажем у дистрибьютора, это не скоро. И еще плюс 20% за работу. Я могу его взять за полцены на запчасти. А ты купишь себе что-нибудь дешевле, попроще? Наверное, нет. Спасибо. Не надо. До свидания. Смотри, до свидания. Э, красотка, притормози. У нас здесь идея, как круто провести время. Да, и у меня. Мне как раз спарринг-партнеров не хватает. Чего? Того! Эй! О-о-о-о! Ты что творишь? Идем, Сява, она пришиблена. А ты чего уставился? Тоже хочешь поразвлечься? Да нет, ты... Ты извини, что я не вклинился. Просто ты так быстро сама с ними разобралась. И я даже не успел. Классно у тебя получилось. Конечно, классно. Не зря я на курсы самообороны год ходил. Точно, не зря. С твоим ранением только девушек защищать будешь? Да, извини. Кстати, я... Извини, Ваня. Юля. Очень приятно. Мороженого хочешь? Давай. Только я люблю фруктовку. Без проблем. Пойдем. Пойдем. Анна, вы все-таки крайне опрометчиво поступили. Хорошо, что с сыном все обошлось. Нужно было скорую вызывать. То есть вы считаете, что нужно было прождать ее всю ночь посреди дороги? Я несколько лет проработала на скорой и научилась определять характер и сложность травм. Скажите, Анна, вы замужем? Нет. Боже, куда катится мир? Такая девушка и не замужем. Ну, мужики хорошие нынче редкость. Да и тех давно разобрали. Не всех. Может, вам все-таки сделать чай, Аня? Нет, спасибо, но я… Кофе у нас нет, к сожалению. Наша Катенька сломала кофеварку. Да не прикасалась я к вашей кофеварке. И вообще, пейте чай, здоровее будете. Катя, поработать не хочешь? Вы извините, мне тоже пора. До завтра. А ничего, у нас медсестричка организовалась, а? Угу. И далеко не простая. Думаю, не по зубам тебе, Павлуша. О, Павлу. Два дня. Два дня. Thank you.
А мы в Дубровине всего месяц. Мы это кто? Я папа, младшая сестренка. А мама? Мамы нет. Она умерла 5 лет назад. Извини, я не знал. Ты знаешь, у меня тоже папы нет. Да. Он нас бросил когда-то давно. Но сестра у меня тоже есть, только старшая, вот. И мама. А кем у тебя мама работает? У меня папа врач. Да, у меня мама тоже медсестра. Вот. А как тебе вообще в Дубровине? Ты знаешь, не очень. Не очень? Видела местную школу. Очень унылая. Я просто в 11 класс перехожу. С будущими одноклассниками вообще не о чем разговаривать. А ты местный? Я? Да нет, я тоже, так знаешь, на каникулы приехал. Отдохнуть. Очень устал? Ну, как бы да, ведь второй курс автодорожного колледжа закончен. Взрослый. Да, только почему-то моя мама так не считает. Ровно как и мой папа. Жму руку. А я вот аниме увлекаюсь. Да, я вижу. Да? Но мне нравится. Ой. Все, пойдем. Так, давай резинку. Ага, сейчас. Оп. Ну, папа. Чего? Не получилось? Нет. Ну, слушай, это так сложно делать. Мне кажется, прободную язву легче переживать. Ой, где ты только взял этот калашок? У мамы. А, да, точно, как у мамы. Ой, а Юлька уже ухажер провожает. Где? А где? Опоздал. А кто это был? Понятия не имею. А что ты волнуешься? Ты же всегда говорил, что Юлька у нас умненькая и благоразумненькая. Да, как Буратино. Ой, какой красивый колосочек у тебя. Слушай, а давай, может, пострижем тебя? На лысо? Нет, ну зачем на лысо? Покороче просто сделаем, чтобы косичку не заплетать. Круто отмазался. Время уже 8:30, его все нет. Город незнакомый, где он ходит? Да носится с планшетом где-то. Это же Ваня. Вот еще вам нашла. Думаю, то, что нужно. Спасибо большое, Ирина Михайловна. Ой, вон Молива поела. Знаете что? Привет, девчонки. Ирина Михайловна, знакомьтесь, это мой сын, Иван. Здравствуйте. И вам не хворать. Это хозяйка? Хозяйка, где ты был? Как где был? Я выяснял насчет планшета. Ну что? Отремонтировать можно, но это стоит штуку баксов почти. Вот, и очень долго ждать. Вот так. Ваня. А? Это что с лицом? Что с лицом? Ты сияешь, как самовар. Ну и что? Так, а Колись чего такой довольный? Да, что довольный? Ну, довольный. Да, я же встретил просто девчонку одну. Вот. Девочка. Юлия зовут. Очень хорошая. Девочка Юля. Девочка. Ваня. А? Мы все понимаем, что мы здесь ненадолго. Ну и что? Не нужно заводить новых друзей. А. Вот, вот. Сейчас скажу. Так что это наш новый дом, да? Да. Машину Анны пока не нашли, но наш подполковник уверяет, что это дело буквально нескольких дней. Очень нужна фотография этой Анны, чтобы разослать ее по всем отделениям полиции. Вот. Ну так найди ее. А где? Да где угодно. В соцсети.
родственники, друзья. Кстати, ты нашел кого-то? Из родственников у нее только сын и дочь. Дома они не появлялись, так что, думаю, забрала их с собой. А бывший муж давно за границей. Ну, это я без тебя знаю. Проработаю, значит, коллег и друзей. Только аккуратно не спугни. Ну, помнишь, у нас мало времени? Да. Где распечатка звонков с телефона Анны? Обещались сегодня-завтра. Полина, ты ведешь себя по меньшей мере странно. Какого черта ты вьешься вокруг нового главврача? Да ничего подобного, Андрей Михайлович. И вообще, я же женщина свободная, вот и поступаю так, как считаю нужным. Да? Да. А вот я так не думаю. Ой, извините. Полина, мне нужна история болезни Смирнова. Немедленно. Хорошо. Сейчас принесу. Видала парочку. Полина давно пытается женить на себе нашего заводителя. Но он только с ней спит. На больше я не готов. Мне показалось наоборот. Нет. Это он злится, что его не назначили главврачом, когда Павел Саныч ушел на пенсию. Таранец – отличный гастроэнтеролог. Работает врачом 15 лет и был уверен, что должность его. Но в облздраве решили по-другому. И прислали своего человека из столицы. А он кто? Он вдовец. У него двое детей. Он такой замкнутый и постоянно всем недоволен. Бывают такие люди. Да. Лиза, кофе будешь? Ой, я кофе как-то не очень. А чай? Ну, чай можно. Есть зеленый? Да, конечно. Слушай, а может, сходим сегодня вместе куда-нибудь потусить? Нет, я сегодня не могу. А завтра? Завтра можно попробовать. Добрый день. Здрасте. Чем я могу вам помочь? Мне нужно изготовить афишу для лекции по истории костюма. Я по адресу пришел? Вполне. История костюма – это, наверное, очень интересно. Вы совершенно правы, милая леди. И надеюсь, убедитесь в этом сами, когда посетите мою лекцию. Я вас приглашаю. Спасибо. Я с удовольствием. Но для начала нужна афиша. А скажите, что бы вы хотели, а я могу предложить вам варианты. Я вам все расскажу. Я не представился. Олег. Это робот Олег Владимирович, преподаватель истории Дубровинский швейный колледж. Повезло, наверное, вашим студенткам. Ну, я не знаю, но обязательно спрошу у них об этом в следующий раз. А вас как зовут, принцесса? Елизавета. Лиза. Ну что, приступим к обсуждению? А, простите, пожалуйста. Расскажите мне, пожалуйста, какой бы вы хотели видеть афишу? Содержание, цвет, наполнение. Вот, флешка, ну и вся информация. Значит так, у нас в отделении всего 3 врача. Про заводделение я тебе рассказала. Потапов, это тот, который пониже, этот бабник, не пропустит ни одной юбки. А Преовсиенко, который с бородой, вообще не болтай лишнего. Он может тебя в любую секунду подставить. Какие у вас шекспировские страсти здесь? Так хуже, у нас все дружат против всех. Почему? Знаю, жизнь такая. Или люди такие. Здравствуйте, Максим Александрович. Здравствуйте. Добрый день. Познакомьтесь, это наша новая медсестра. Анна Величко. А я вас не сразу узнал. Да, кстати, ваше вчерашнее предположение оказалось верным. У детей корь. Хорошо, что мы по вашему совету изолировали их от остальных, а в детском саду объявили карантин. Спасибо вам. Не за что. Значит, я все-таки что-то да умею? Простите, я вел себя по-хамски там в кафе, а потом вчера вечером. Это вы меня извините, просто
Я понимаю. Да, все хорошо. Ну ты даешь, подруга. В смысле, это кто? Это же и есть наш новый главврач. Максим Александрович Горский. Даже не думай. Полина тебе все волосы повыдергивает. Ничего. Подожди, у нее же отношения с завотделением, с Таранцом. Ты что? Главврач круче, чем завотделение. Разве не так? Пойдем. Кто выигрывает? Пока ничья. Николай Соболев. А вы новенькая? Что это у вас? Ну так, аллергия. Вроде бы пустяк, но такая лютая, что я чуть не помер. 2 недели провалялся дома с температурой под 40. А теперь вот воспаление легких заработал. Когда болели, врача вызывали? Не, от нашей Калинки-малинки толку ноль. Это кто? Участковая наша. У нее один ответ на все случаи жизни. Калина и малина. Ну, иногда парацетамол. Соболев, вещи свои собирайте, пожалуйста. Будете в другую палату переходить. Как в другую палату? Зачем? Вас пока никто никуда не переводит. Анна, можно вас на минутку? Добрый день. А что происходит? Я посчитала нужным. Что значит «я посчитала нужным»? Вы с каких это пор? Кого-то куда-то переводите, м? Дело в том, что, скорее всего, Соболев переболел корью. Угу. С момента начала заболевания прошло не так много времени, судя по всему, он еще может быть заразен. Так что на всякий случай его лучше изолировать. Кроме того, у нас, скорее всего, еще будут заболевшие. Вы врач? Что? Я спрашиваю, вы врач? Нет, я медсестра. Ну так будьте добры, займитесь своими непосредственными обязанностями. А лечить людей и ставить диагнозы оставьте дипломированным врачам. Угу. Я вас больше не задерживаю. Полина Борисовна, зайдите ко мне. А к машине поди отец приучил? Да, по-всякому был. А где сейчас он, твой папа? Папа? Да. Да, папа с нами не живет. Давно? Порядочно. А вы, значит, к нам на отдых приехали? Ага. Откуда, я забыла? Ёлки-палки. Что? Я ведь забыл совсем. Да ведь мама в магазин попросилась бегать. Он ведь за углом, да? Да, да, да. Извините, пожалуйста. Да. Спасибо. Что тебе известно про это величко? О, а что именно тебя интересует? Ну, вроде как не замужем. Такая мне разница, замужем, не замужем. Где она работала? Почему уволилась? Да откуда я знаю? Мы не обсуждали с ней это. Ну так обсуди. Хорошо. И этого пациента Соболева из третьей переведи в отдельную палату. У него есть подозрение, что корь. Корь? Откуда? Так у него же воспаление легких. Ты будешь спорить или сделаешь, как я сказал? А, поняла. Это тебе величко про корь насвистело, да? Ты уже мне нашел великого диагноза. Мне никто ничего не свистел. Я сам в состоянии поставить диагноз. Иди и делай то, что я тебе велел. Слушаюсь. Здрасте. Чего надо? Здрасте. Да ничего, просто у нас подобное чудо автотехники. Мерс 79-го года. Ехали в отпуск,
так ролевую тягу сорвало. Теперь уже никто никуда не едет. А если болезнул? А я вам купил эту ласточку. За 100 долларов получил головной боли на 5000. Да, это лихо. Вы не знаете, есть какое-то, может, годное СТО в этом городе? Электротехническое есть, но там какая-то постоянная лажа с запчастями, нужно со своими ехать. Капец. Что теперь делать? За городом есть старый амбар, знаешь? Нет. Ну, в общем, там на выходных разбирают автомобили. А, хорошо. Только говорят, что там автомобили краденые. Ну, я не знаю, я сам не был. Ну, за что купил, зато продал. Я понял, спасибо. На здоровье. Спасибо. От хлебзавода две остановки автобусом. Федор Ильич, да? А здесь где-то можно воспользоваться компьютером? Так, пожалуйста, вот. Чаю хотите? Нет, спасибо, я кофе люблю. Пожалуйста. Благодарю. Анна, я вчера прослушал, а где вы раньше работали? Я в Центре здоровья «Лесная тишина». Это частное медицинское учреждение в пригороде столицы. Да? А я не знаю такого учреждения. Уволились? Ну, можно сказать и так. И что же вы там творили такого? Не понимаю вашей иронии. Так я не иронизирую. Получается, что вы променяли хорошо оплачиваемую работу в элитном учреждении на нищенское прозябание в нашей дыре? Ну, так сложились обстоятельства. Ну да. С обстоятельствами, к сожалению, не поспоришь. Аня, тебя там Полина ищет. Лучше пойти сейчас. Хорошо. Федор Ильич, а что там с погодой на завтра? Вы не смотрели? Нет. Да, Олечка. Опять? Слушай, ну почему вы не можете вдвоем это решить? Я на работе, я занят. Классно, что мы с тобой встретились. Это просто точно. Вообще. Но только опять спортбар? Боже, здесь что, так много фанов? Ну, я без понятия, но я, например, футбол просто обожаю. Да ладно тебе? Да. Да ладно, сначала да? Самооборона, теперь футбол? Да. Как? Ну, такое бывает. У меня папа заядлый болельщик, он просто меня пристрастил. Здорово, здорово. Здрасте, Сереж. О, Юлька, привет. Ой, все. Что, все? Это наш сосед. Что? Все доложит папе. Что он доложит? Ой, ты не плачься, слушай. У меня папа нормальный чел. Пойдем гулять дальше. Верите. Давно у вас это сыпь? Да нет. Наверное, надо дать антигистаминное, да? Нет, на аллергию не похоже. Нужно позвать доктора Таранца. Слушай, хватит здесь командовать. И без тебя начальнику хватает. Андрей Михайлович. Что тут у вас? Пациент с неясной симптоматикой. Может, стоит определить его в инфекционный блок? Откройте рот. Да, переведите ее. Делайте, что заводиление сказал. Да, похоже, ты нажила себе врага. Ой, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь.
Это Анна Петровна, это моя младшая дочь Вера. Очень приятно. Мне тоже. А вы умеете заплетать косичку-колосок? Просто мой папа никак не научится, а Юльке все время некогда. Вера, перестань. У Анны Петровны так, дел выше крыши. Подержите, пожалуйста. Пожалуйста. Пойдем. Сейчас мы с тобой все сделаем. И заодно папу твоего научим. Это, между прочим, намного проще, чем оперировать прободную язву. А вы, Максим Александрович, смотрите внимательно. И у вас тоже все получится. Сейчас у тебя будет красивая прическа. Спасибо. Тетя Аня, у вас тоже есть дочка? Да. Только она уже взрослая. Взрослая? Ну, вы же такая молодая. У вас резиночка есть? Да. Вот и все. Я все понял. Понаехали тут. Это Величка. Первый день на работе. И уже во все дыры без мыла залезла. Боишься, что она тебя подсидит? Не бойся, она не такая. Угу. Много ты знаешь, какая она. Добрый вечер. Здравствуйте. Это вам. Вместо цветов. Спасибо. Вкусно? Замечательно. Итак, план на сегодняшний вечер. Осмотр живописных уголков Дубровина и ужин в хорошем ресторане. Что скажете? Ну, мне подходит. Только давайте я маму предупрежу, чтобы она не волновалась. Или, ладно, мы же ненадолго. Как скажете. А, только можно я попрошу, на всякий случай, номер вашего телефона? Нет, я не могу. Просто нас обокрали. У нас украли документы и телефоны тоже. Поэтому я... Мы исправим эту неприятность. В таких прекрасных глазах не должно быть и тени грусти. Пойдемте. Слушай. Марин, привет, это я. Ну, как там Вячеслав Федорович? Ну, смотри, в сознание он еще не пришел, но дыхание выровнялось и пульс стабилизировался, так что я думаю, что все будет хорошо. Сами-то вы как? Да нормально. Более-менее, если это, конечно, применимо к нашей ситуации. В общем, живем одним днем. Ничего нельзя прижучить на Папа Яркова без помощи Войцеховского. Да, наверное, можно, мы просто сейчас ограничены в действиях. Марин, я тут устроилась в местную больницу. Медсестрой. И прежним местом работы назвала твою лесную тишину. Так что, если вдруг будут звонить, попроси, пожалуйста, администратора сказать, что у вас недавно работала Анна Величко. Ну и недавно уволилась, хорошо? Нет проблем. Я решила юность вспомнить. Ладно, все, я лишних вопросов не задаю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Спасибо, подруга. Давай, береги себя. Анна, разве вы сегодня дежурите? Да, мне просто еще нужно разложить таблетки. А вы вроде тоже сегодня не дежурите. Не дежурю, но и домой не спешу. Почему? Моей дочке 14. И что? У меня дома настоящая война. Между женой и дочкой. Причем по любому поводу. И каждый вечер кто-нибудь из них обязательно рыдает. А я уже, поверьте, не могу это ни слышать, ни видеть. Простите, пожалуйста. Просто мне очень знакома эта ситуация. Правда? Да. Моей Лизе уже 19.
И мы давно нашли общий язык. И вы обязательно найдете. Когда? Ну, подумайте, может быть, вы ограничиваете ее в действиях. Ну, не даете возможность самостоятельно принимать решения. Ну, какие, о каких самостоятельных решениях вы говорите? Наша Оля, она еще ребенок совсем. Да, да, да. Но, может быть, все-таки позволите ей проявлять себя в мелочах. Тогда и в важных вопросах она не будет воспринимать вас в штыки. Да. Не знаю. Может, вы и правы. Спасибо. Это не больница, а богадельня. Ни диагноз установить, ни лечение назначить. Женщина, не скандальте, пожалуйста. Больные отдыхают. Да? А вот мне тоже хочется отдохнуть. И сыну моему. Вот только он кашляет уже 4 месяца. Ничего не помогает. Ни лекарства, ни банки, ни массажа. Простите, а версию с аллергией рассматривали? Рассматривали. И никакие даже самые новые дорогие антигистаминные тоже не помогают. Только что были у врача, показывали свежие анализы. Ничего. Разводит руками. А пойдемте, я посмотрю вашего малыша. Ну, ну пойдемте. Пойдемте. Пойдем, 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 пойдем. По словам коллег, Анна Колесниченко взяла отпуск за свой счет, причем задним числом по телефону. Вот список звонков с ее телефона. Обрати внимание на Марину Климчук. Она и звонила последней. Уже обратил. И что? Это близкая подруга Анны. Работает главврачом в частном медицинском центре «Лесная тишина». 10 километров от города. В медучреждении. Частном. Они спрятали старика там. Поехали. Легкие, чистые. Покажите результаты анализов. Беги одевайся. Да, сейчас. Вот, возьмите. Иди сюда. Да, какая-то аллергическая реакция. Или вы анализы на Гельминтов делали? Конечно, отрицательные. Давайте так, я выписываю вам один препарат. Принимайте его 3 дня. Думаю, результат будет. Держите. Хорошо, попробуем. Всего хорошего. Да. Все, пойдем. Пойдем, пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Думаете, у мальчика глисты? Почти уверен. Из вас бы получился хороший доктор. Почему вы не пошли учиться в институт? Давайте не будем это обсуждать. Да, простите. Спокойной ночи. Доброй ночи. Доброй, здравствуйте. Слушаю вас. Скажи, приятель, а не поступал ли пару дней назад к вам Вячеслав Федорович Войцаковский? Это мой дядя, я был в отъезде, не сказали, что он может быть здесь. Но эту информацию вам может дать администратор, но он будет уже утром. Утром. А если мы попробуем решить этот вопрос сейчас? Хорошо, я узнаю. Узнай. Артур Геннадьевич, я прошу прощения. Что мы будем делать с Анной, когда ее найдем? Планшет заберем. И в тюрьму ее посадим. Лет на 15.
Не совсем понимаю, зачем такие трудности? Ведь мы могли бы, пока ваш дядя лежал в больнице, после инсульта зайти к нему домой и забрать картины, пока их не отправили в музей, инсценировать ограбление, а потом... Что потом? Что потом? Сидеть, как собака на сене, разыскивая подпольных коллекционеров, а потом не иметь возможности свободно располагать полученными средствами. Нет, это все скучно и неинтересно. Все должно быть легально. И Вильямс для этого прекрасно подходит. Я все узнал. Да. Такой пациент к нам не поступал. Пойдем дальше. Нам очень нужно знать, заезжала ли на территорию одна машинка. Получишь еще столько же, если поможет. Пойдемте. Жди здесь. Так точно. Привет. Привет. Где вы все ходите? С голода умереть можно. Мамуль, привет. Новое платье такое. Ух ты. Да, нашла единственный приличный магазин в этом городе. Тебе купила переодеться. Ой, класс. Все в порядке? Да, Марине звонила в Ицеховске, пока без сознания. Но жизненные показатели улучшаются. Ну так в чем дело? Скоро он придет в себя, мам. Все будет хорошо, чего там? Только время работает против нас. И мой обман с документами может раскрыться в любой момент. Да и лето уже заканчивается, вам учиться нужно. Поярков нас ищет. Короче, я пойду поставлю чайник. Потом мы поедим и ляжем спать. А утром поговорим. Мам, может, я с Олегом поговорю? Он взрослый и умный. Мне кажется, если объяснить ситуацию, он поймет. Ему можно доверять. Не-не-не. Нам сейчас никому нельзя доверять. Кто такой Олег? А, это мой новый друг. Кто он? Кто? Это преподаватель. Преподаватель в швейном колледже. Сколько ему лет? Не знаю. Ну, сколько? Ну, 30, наверное. 30 лет? Что? Преподаватель. Лиза, он... Мне это не нравится. Мама. Что за старорежимные замашки? Ну, он хороший. Нет, даже... Нет, он замечательный. Кипит! Вот, есть. Да, это ее машина. Посмотри, когда она выезжала с территории. Кажется, она не выезжала. Давай, ты лучше погляди, лучше. Стоп. Это чья машина? Это нашего главврача, Марины Викторовны Климчук. А, запиши номер. Попалась беглянка. Молодец. Заслужил.
Марина Климчук. Анечка, прекрасно выглядите. Благодарю. А давайте сегодня поужинаем вместе. Я знаю, очень уютное местечко. Извините, не получится. Ну, а если завтра конец света, это ведь наш последний шанс. Извините. Доброе утро. Доброе утро. О, Светочка, это тебе, солнце. Прекрасно. Да-да-да. И на кружках, и на футболках печатаем. Ну, конечно. Приходите, до свидания. Кто здесь Лиза? А сама мы Слобода Тумкать. Я. Это тебе. Спасибо. А от кого? Доброе утро, принцесса. С тех пор, как вчера вечером мы расстались, я думаю о вас каждую секунду. Вы удивительны. Ни на кого не похожи. Это настоящее чудо, что мы с вами встретились. Анечка, ваш совет помог. Мы вчера разрешили Оле самой выбрать вещи в интернет-магазине. И дома было тихо. А вам ее вещи понравились? Представляете, да. А самое главное, жене понравились. Спасибо вам огромное. Простите, ради бога, мне просто сказали, что доктор Таранец пошел в манипуляционную. А я его видел в четвертой палате. Да, спасибо. Спасибо еще раз, Анечка. Ну что ж, Анна Петровна, я смотрю, сегодня у вас на редкость удачный день. От поклонников отбоя нет. Аня, тебя там телефон. Меня кто? Не знаю, какая-то женщина. Ну почему мне всегда за всеми убирать? Слушаю. Аня, привет. У меня для тебя две новости. Плохая и очень плохая. Что-то с Войцеховским? Нет, нет, не волнуйся, с ним все в порядке. Я думаю, он скоро придет в себя. А что случилось? Администраторы уже звонили, спрашивали, работала ли у нас Анна Величко. Ну, она ответила, что нет. Это было еще до твоей просьбы. А кто звонил? Я не знаю. Мужик какой-то, он не представился. Наверное, Всенко. А какая же новость еще хуже? Вчера вечером. К нам в санаторий приехало двое мужчин, искали Войцеховского. Начальник охраны пробил машину по номеру, она принадлежит Бояркову. Это очень плохо. Я тебе больше скажу. Бояркова знает, что ты скрываешься на моей машине. Откуда? Один из охранников очень деньги любит. Показал ему видео с камер наблюдения, потом понял, что накосячил, прибежал ко мне, но все, дело сделано. Аня, я тебя очень прошу. Пожалуйста, избавься от моей машины срочно. Но ты же ее так любишь. Я же помню, сколько лет ты искала ее по автоаукционам. Ты пес не с этой железякой. Марин, прости. Не думай об этом и береги себя. Артур Геннадьевич, с ориентировками на машину Марина Климчук работает с самого утра и в нашей области, и в соседних. Я уверен, что самый поздний, послезавтра мы ее найдем. Свободен.
сестричка, а когда мне сделают укол? Когда положено, тогда и сделают. Идите, ждите в свою палату. Величка, ты себе что позволяешь, а? Я не знаю, как там у вас в столицах, но у нас не принято хамить пациентам. Да, я не права. Да и вообще, какого черта ты здесь торчишь? Разве это твое рабочее место? Меня простите, пожалуйста, я... Да ладно вам. Я и не обиделся у вас. Простите, у вас что-то случилось? Нет, нет, все нормально. Да вы не переживайте так сильно. Все устроится, вот увидите. Да-да, вы правы. Пойдемте, я вам укол сделаю. Пойдемте. Слушай, ну, молодец. Очень талантлив. Скажи. Спасибо. А вот и я. Не помешал? Нет, ну что, мы как раз обсуждаем ваш постер. Взгляните. Лиза, потрясающая работа. Я просто обязан пригласить вас на кофе. А вы не против, если я похищу ненадолго нашу принцессу? Ну что вы, ничуть. Только не забудьте вернуть ее вовремя, а то останетесь без афиши. Спасибо за цветы. Всегда пожалуйста. Идем. Девушка, которая еще вчера убеждала меня в том, что пьет исключительно чай, сегодня уже пошла пить кофе с другим. Почему я постоянно в пролете? Да потому что ты реальную жизнь строишь по принципу виртуальной. Это как бы большая разница. Слушай, а постер красивый. Фу. Может, вам помочь? Лиза, а? Милая, простите. На посиделке с кофе совсем нет времени. Но давайте присядем. Позвольте. Свой телефон я уже сохранил в этот телефон. Вы можете меня набрать и проверить. А, слушайте, я не могу. Очень даже можете. Лиз, я же сойду с ума без вас. У меня сегодня педсовет, а завтра собрание в области. А при помощи этого телефона я могу слышать ваш прекрасный голос и даже видеть вас. Соглашайтесь, принцесса. Ладно, уговорили. Или убедили. Спасибо, папа. Нет. Это вам спасибо. За то, что вы есть. Как это ни печально, но мне нужно бежать. Ну, бежать так бежать.
Секунду. Заходите. Вызывали, Максим Александрович? Да, Лидия Ивановна, спасибо, что вы зашли. Мне нужно штатное расписание и финансовая раскладка. Что-то случилось? У нас проблемы? Нет, нет, все в порядке. Я просто считаю необходимым поднять заработную плату одному очень хорошему сотруднику. Кому конкретно? Нашей медсестре Ане Величко. Проект приказа я, конечно, подготовлю, но пустить ее в работу пока не получится. Почему? Анна Величко официально не оформлена. То есть как? А в чем дело? Так у нее же паспорт украли из машины, а без паспорта я ее оформить не смогу. Ах, вот как, я, извините, не знал. Да, так вы не волнуйтесь, Максим Александрович. Как только она восстановит документы, мы сразу ее оформим. Да я, собственно, не волнуюсь. Я просто за справедливость. Я считаю, что хороший сотрудник должен зарабатывать больше. Ну, конечно, конечно, мы все сделаем. Да, спасибо. Максим Александрович, вы же все-таки врач. Ну, разве можно питаться всухомятку? Давайте я кого-то из девочек попрошу, и они принесут вам из столовой обед. Не надо, не надо, я сам, спасибо. Сам так сам. Я могу идти? Да, конечно. Отлично. Я как раз хотел с вами поговорить. Давайте по ходу, а то в какой-то веке собрался пообедать, а времени совсем нет. Ну, по ходу так по ходу. Это по поводу нашей новой медсестры Анны Величко. Ой, простите. А судьба меня хранит. Я опять избежал столкновения с вами. Очень хорошо, что мы встретились, Анна Петровна. Я как раз собирался к вам зайти. Слушаю вас. Я зайду попозже. Мне не к спеху. Договорились. Можно вопрос? Я только что узнал, что у вас украли документы. Да, но я их восстанавливаю. Может быть, нужна помощь? Мы можем отправить запрос от больницы в паспортный стол. И это ускорит процесс. Нет, нет, спасибо. Мне и так сказали, что их сделают максимально быстро. Я хотел бы извиниться перед вами за сегодняшнее. Я повел себя очень глупо, это правда. Вы взрослый человек и вправе вести себя с мужчинами так, как посчитаете нужным, как вам захочется, пожалуйста. Ну, вы же понимаете, что не всегда получается так, как хочется. Да и не со всеми, с кем хочется. Вы к нам надолго? Честно? Да. Не знаю. А я сегодня сносно заплел колосок дочки. Да, Юлька меня даже похвалила. Это моя старшенькая. Да ведь всегда хорошо тогда, когда дети нами довольны. Мне нужно идти работать. Да, конечно. Максим Александрович, я давно хотела поговорить с вами. Да, я слушаю вас, Полина. Борисовна, ну, можно просто Полина, так даже лучше. У вас ведь две дочки, да? Трудно вам, сын? Я помочь могу. В каком смысле помочь? Как-то в каком? По хозяйству там. Убрать, приготовить, постирать. Да. Спасибо большое, Полина Борисовна. Сами справимся. И... Андрей Михайлович, одну минуту. Извините. О чем вы хотели поговорить? А, собственно, да, я хотел предложить поощрить Величко за своевременную диагностику кори. Конечно. Разумеется. Только пусть сначала оформится официально. Thank you.
и судороги в ногах. Ой, сил моих нету. В ступнях. Ну, в самый неподходящий момент. Вам, кроме капельниц, были еще назначены препараты кальция, магния. Ну, как раз от судорог. Вы их принимаете? Ну, конечно, принимаю. Только если бы они помогали. Я их уже 2 недели пью. Ничего не помогает. Как кофе вкусно запах. Свежемолотый я купила. Я кофеман. И много его пьете? Чашки 4-5 в день. Вам нужно будет сократить до 2. И пейте его, пожалуйста, не меньше, чем за 2 часа до приема препарата. И не раньше, чем через 3 часа после приема. Дело в том, что кофеин связывает эти важные элементы, и в нужном виде они в кровь у вас не поступают. Организм у вас их не усваивает. Как интересно. Спасибо вам большое. Я могу идти? Да. Спасибо вам большое. Откуда ты все это знаешь? Мне дочерище хорошо училась. Ой, вообще, я тоже кофеман. Ты тоже вроде в медучилище 4 года отрубила, но знаю намного меньше. А чего ты в институт не поступала? У тебя бы получилось. Да дети маленькие были и болели много, нужно было ими заниматься. А муж не помогал? Ушел от нас, когда сыну было 2 года. Можно сказать, сбежал. Барахло это тогда, а не муж. Ничего, снова замуж не вышла. Тебя, наверное, ухажеров не протолкнуться. Вон-то у нас всего ничего в городе. Мужики уже круги нарезают. Даже наш главный знаки внимания оказывает. Катя, пойдем работать. А то он ураган по имени Полина сейчас налетит, ни тебе, ни мне мало не покажется. Это точно. Умная ты бабанька. Даже слишком умная. Манька, привет. О, привет. Мамы нет еще? Слушай, Лизка, как ты думаешь, почему тетя Марина, главврач такого крутого медцентра, ездит на этой развалюхе, а? Развалюха. Это не развалюха. Это для нее романтические воспоминания юности. Такая же машина была у Джона Леннона. Вот. А дядя Сережа с тетей Мариной были фанаты Битлз. Они даже познакомились в рок-клубе. Ну, я так понимаю, тетя Марина в памяти дяди Сережи и Оли купила эту машину. Я понял. Слушай, а как думаешь, реально ее починить? Да я не знаю, Лизка. Пока нужной детали нет вообще никак. А можно ее достать? Ну. Здрасте. Здрасте. Мне тут одну наводку дали. В субботу схожу, посмотрю. Может, что-то получится. Что это за коробочка? А, это один человек хороший подарил. Ничего себе. Он ведь новый. Лизка, слушай, тебя мама не учила не принимать подарки от хороших, малознакомых людей, а? Вань, что? Ничего я не принимала. Я его специально взяла, чтобы продать и потом, не знаю, на эти деньги планшет починить. А что же ты хорошему скажешь? Ну, скажу, что потеряла. А когда будет подходящий момент, я правду скажу. Он замечательный, он поймет. То-то я смотрю, что лицо у тебя как будто мое позавчера. Пойдем. Хороший человек. Нет, он замечательный. Ваня, пожалуйста, нечего заняться тебе. Совсем новый? Ну да. Беру, но
Нужен паспорт. А зачем? Ну, а вдруг он краденый? В смысле? Вы за воровку меня, что ли, держите? Нет. Впечатление обычно обманчиво. Нужен паспорт. Послушайте, у нас такая ситуация. Просто у нас украли паспорта и деньги. И, ну, если вы его прямо сейчас возьмете, то я могу отдать за полцены. Еще раз повторяю. Нужен паспорт. Без паспорта никак. Спасибо. Вы следите за мной? Даже в мыслях не было. Я сюда прихожу за тишиной и умиротворением. А вот как вы здесь оказались? Случайно. Решила прогуляться, собраться с мыслями. Помешал? Нет, что вы. У меня все равно ничего не получилось. Вот сижу и ни о чем не думаю. Да. Я это место нашел, как только приехал в Дубровье. Можно я присяду? Да, пожалуйста, это же ваше место. Спасибо. А я сегодня ездил в детский садик. Проверял медицинские карты заболевших детей. Знаете, что я обнаружил? Догадываюсь. Все справки о прививках подделаны. Именно. Серии номера вакцин совпадают. Даты вакцинации тоже. И все это написано одним почерком. Я не представляю, как этого никто не мог заметить. Знаете, что я устроил директору детсада? Да, страшно представить. Да. Я сказал, что возьму все под жесткий личный контроль. Правда, не знаю, как это сделать до конца. В смысле? Ну, я не совсем знаком со всеми хитростями своей новой должности. Я же не администратор, я хирург. А, да-да. Травматолог. Нет. Моя специализация — внутренние органы. И что, много приходится оперировать в Дуброве? Я не оперирую последние 5 лет. Почему? А хотите рога или исповеду? Да. Не откажусь. Ломайте. Да. Все-таки плохая эта идея была. Завтра же отдам телефон Олегу. Только ты маме не говори, ладно? Хорошо. Привет. Привет. Как интересно получается. Я только приехал, здесь никого не знаю. Вань, ты бы познакомил нас с девушкой? Да не вопрос. Лиза, это Юля, это моя подруга. Юля, это Лиза. Это моя сестра. Сестра? Да, старшая. Очень приятно. Так, а пойдемте мороженого поедим? Да, давайте. Да? Юль, ты как? Давайте, только мне через час нужно забирать сестру с танцев, младшую. Пойдем. Пойдем. Красота. Вот так вот можно сидеть и ни о чем не думать. Можно просто выпасть из времени. Да, я люблю такое состояние. Попытка убежать от себя самого. Как правило, неудачно. У меня во всяком случае. Да, у меня тоже. Так почему вы не оперируете уже 5 лет? У меня на операционном столе умерла жена.
как вы оперировали свою жену? А как же врачебная этика? Я так решил. Я считал, что поступаю правильно. Рядовая операция, удаление доброкачественной опухоли 12-перстной кишки. Я их десятками делал. А сердце Тани не выдержало. Теперь все время думаю, что было бы, если бы операцию делал не я. Вы же знаете, что ничего бы не изменилось? Не знаю. Но с тех пор не могу взять скальпель в руки. Ну, а какие скелеты у вас в шкафу? Давайте уже откровенность за откровенность. А меня предал мой самый близкий человек. Человек, которого я любила и больше всего верила. Муж? Да. У нас дети в детстве очень много болели. Это требовало сил, терпения, возможностей. Его многие, да и я в первую очередь, считали супергероем. А он на поверку оказался обыкновенным слабаком. И как давно? Давно. Почти 14 лет назад. До сих пор болит? Нет. Просто недавно мне показалось, что рядом со мной снова оказался супергерой. А на самом деле негодяй, которого надо было сразу. Да, женщины часто выдают желаемое за действительное, а потом сами страдают от этого. Еще обвиняют других, что реальность не совпадает с их фантазиями. А вы так хорошо знаете женщин, что считаете возможным делать такие обобщения? Не сердитесь, я не хотел вас обидеть. У вас получилось. Приятно было пообщаться. Всего хорошего. Ешьте, ешьте, а то вон какие оба худые. Спасибо, это очень вкусно. На здоровье. Вот и ешь. А это что, оладушки? Оладушки. Что спросить хотела? А машина давно у вас? Нет, давно? Да. Давно, но недавно мама ее подарила мне. Вот. Это на этой машине даже Джон Леннон ездил. На такой же. Ну, вернее, не совсем на такой. У него был этот бежевый универсал. Он еще до гибели на ней катался. Я в интернете прочитала. Вот как. Добрый вечер. Здравствуйте. А я вот вашим деткам оладушки принесла. Спасибо большое. Ну, я пойду. До завтра. Спасибо. До свидания. Спокойной ночи. Мам. Все в порядке? У тебя вид такой. Марина звонила, сказала, что Поярков знает, что мы на ее машине уехали. От нее надо будет избавиться. А Марина что по этому поводу думает? Это ее идея. Мам, знаешь, а меня сегодня Ванька со своей девочкой познакомила. Лиза. Ну что? Лиза. Кстати. Знаешь, чья она дочь? Чья? Вашего главврача Курского. О! Ну что, очень хорошая девочка. Хватит. Жених. Папа, я тебе сделала чай с ромашкой. Как ты любишь. Только пусть настоится. Спасибо. А Юлька сегодня опять с мальчиком гуляла. Откуда знаешь? Так они вместе меня станцев забирали. Кстати, это он ее позавчера домой провожал, помнишь? Я же не видел. А кто он? Понятия не имею. Знаю только, что Ваня зовут. А еще ему наша Юлька, ну, очень нравится. Как ты это поняла? Женская интуиция. Ага.
Пап, тебе тетя Аня с твоей больницы нравится? Это очень странный вопрос. Ничего не странный. Мы же с тобой одной крови. Помнишь, как Маугли говорил? Ну, помню, конечно, да. Ну вот. Но мне тоже понравилось. Если ты захочешь на ней жениться, то я против не буду. И даже Юльку возьму на себя. А как это выдумщица, а? Ты кушать хочешь? Точно? Может, по супику? Давай пиццу закажем. И лимонад. Это шапочка, ненавижу. Чай с жасмином. Нормально? Что-то новенькое. Круто. Анечка, доброе утро. Я вам сейчас чайку организую с жасмином. Спасибо большое. Федор Ильич, можно раз на секундочку? Да. Скажите, пожалуйста, это вы звонили в лесную тишину? Не понял. Я вас очень хорошо понимаю, вы хотите меня проверить, но... Дело в том, что там сменилась администратор, и она, скорее всего, не знала... Помилуйте, Анечка, я никуда не звонил. У меня нет повода вам не верить. Или есть? Нет, простите. А чай? Странно. Мутная. Да ладно тебе. Глупости. Анна умная и красивая женщина. Разве что не очень счастливая, судя по всему. Очень. Секунду! Макс, привет. Привет. Слушай, у тебя не будет обезболивающего, а то меня зуб замучил. Ну, проходи, сейчас посмотрю что-нибудь. Подходящее. А ты к стоматологу не пробовал обращаться? Приходи сегодня, у нас хорошие врачи. Да нет, спасибо, как-нибудь. О, держи. Хорошие таблетки. Слушай, Макс, я хотел тебе сказать чисто по-соседски. Твоя Юлька связалась с парнем, который промышляет краденными планшетами и телефонами. По-моему, он работает еще с подельницей. А может, их целая банда. А что ты взял? Да пацан показывал мне дорогущий планшет, а девчонка пыталась мне впарить телефон. Судя по всему, все краденое. Так что смотри, чтобы они твою Юльку не втянули. Да, хорошо, спасибо, я понял. Спасибо за таблетки. Угу. Хорошо. Ну все, пока. Да, давай. Есть на то причина. Что-то случилось? А что ты о нем знаешь? О ком? Ну, о парне. Вы вчера с ним ходили забирать Веру с танцев. А, фух. Испугал. Это Ваня. Ваня. Интересно. Ваня, значит, да? Ну и чем этот Ваня занимается? Учится в автодорожном колледже. Переходит на третий курс. Хороший парень. Я не был бы так уверен. Даже его не знаешь. Кстати, у него мама работает в твоей больнице. Да? Кем? Медсестрой. Анна Величко. Все хорошо. Правда. Здравствуйте.
Здравствуйте. Анна Петровна. Аня! Здравствуйте! А я жену привез рожать. Желаю вам легких родов. Спасибо. А вы теперь здесь врачом работаете? Отлично. Свои люди везде нужны. Вы что-то перепутали. Я не врач, я медсестра. Ну, вы же рассказывали сами, что на скорой... Вы меня неправильно поняли. Я медсестра, я не врач. Вы меня простите, меня в отделении ждут. Странно. Классная тачка, нормалек. Да, ничего так. И пробег, кстати, совсем ничего. Явно баба на ней ездила. Ах, веселым парфюмами пропах. Жалко кралю, кстати. Жалко? Угу. Ты же ее не знаешь совсем. Ну, не знаю, но все равно жалко. А мужика, хозяина вчерашней тачки, тебе не жалко? Не, мужиков вообще не жалею. Чего тебе? Откройте! Чего тебе надо, парень? Здравствуйте, я слышал, вот здесь... Глеб, руки на спину! Ты чего придуриваешься, пацан? А я не придуриваюсь, меня плечо! Парень, отпусти! И этого забирайте. Ну да, забирайте. Ребят, я здесь случайно оказался вообще. Разберемся. Я вам очень благодарна, Анна. Антошка начал принимать лекарства, которые вы посоветовали. И уже второй день почти не кашляет. Это очень хорошо. Антошка, что ты хотел подарить тете доктору? Рисунок. Давай. Это мне? Ой, как красиво. Похоже, правда? Да. Я очень рада, что вашему сыну лучше. Но через месяц сдайте, пожалуйста, повторный анализ на гельминтов. И поинтересуйтесь в лаборатории, там есть свои нюансы, как собирать. Да-да, конечно. А сейчас сдайте кровь. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Это я, папа Антошки. Спасибо вам огромное. Будь здоров, малыш. Пойдем? Пойдем. Давай, сынок, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. А ты видел, какие зайчики в окне? Смотри. Антошка, видел? До свидания. До свидания. Всего хорошего. Пошли. Товарищ следователь, я вот что-то не могу понять. Что за падла на нас стуканула? Ну, не стуканула, сообщила. Бдительный житель нашего города позвонила и сообщила о вашей противозаконной деятельности. Ай-яй-яй. Ну, на суде вы с ним обязательно встретитесь. Обязательно. Вы мальчишку зачем втравили? Какого мальчишку? А вот этого вот, несовершеннолетнего. Ивана... Величко. Ивана Величко. Да я понятия не имею, кто это. Ну вот, я же вам говорил, я там просто случайно оказался, заблудился, вот и все. Отпустите, пожалуйста. Ладно, отпущу. Под подписку родителей. Но дело по тебе закрывать все равно не будем, до выяснения обстоятельств. Диктуй номер отца, пусть приезжает, забирает. Но нет отца. Только мама, и у нее сейчас телефона нет. Но вы можете позвонить в больницу, она там медсестрой работает, Анна Величко. Толя, с районной больницы соедини. Так, аккуратно, ступенька. Брюм. А ну, давай еще раз. Брюм. Ай, молодец. Так, сынок, сейчас тебя укусит комарик. Будет не больно, будет только чесаться. Ну все, я пошел. Все, давай. Сегодня будет не поздно. Хорошо. Побежали, 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 побежали. Света,
Привет. Привет, а ты чего здесь? А я брата навещала, он в хирургии лежит. А у тебя что? Да не у меня, вот, у Антошки. Но все хорошо. Это хорошо. Послушай, Свет. Я, конечно, понимаю, что это не мое дело. Но мы с тобой соседи бывшие, ладили всегда. Так, Валь, в чем дело? Прости, но я должна тебе это сказать. Пойдем. Здравствуйте. В компании Дубровин Принт Кофе Брейк. Но мы с удовольствием поговорим с вами через полчаса. Здравствуйте. В компании Дубровин Принт Кофе Брейк. Анна Петровна. А я вас везде ищу. Мне звонили из полиции. Что случилось? Ваш сын фигурирует в каком-то криминальном деле. Это какое-то недоразумение. А не слишком ли много недоразумений связано с вами? В смысле? Я не совсем вас понимаю, Максим Александрович. А по-моему, все предельно понятно. Вот телефон следователя. Звоните. Спасайте свое чадо. Добрый день. Это мама Ивана, Ивана Величко. Могу я услышать следователя Сову? Здравствуйте. Это ассоциация медсестер? Вас беспокоит главврач Дубровинской районной больницы Горский. Да, очень приятно. Скажите, пожалуйста, у вас в базе числится Величко Анна Петровна? Да, хорошо, жду. Да? Нет, Петровна. Нет такой? Спасибо, до свидания. Ну как можно было вляпаться в такую историю? Мама, да никуда я не вляпывался. Мне просто сказали, что на этой разборке можно найти тягу для Мерседеса. Вот и все. Кто тебе сказал? Ну какая разница, кто сказал? Знакомый сказал. Как можно быть таким неразборчивым в знакомствах? Ну да, это, наверное, у нас семейное. Да, ты прав. Втянула вас в историю, дура. Мам, ты чего? Мам! Мам! Мам, прости меня, пожалуйста. Я дурачок, извини. Я не хотел тебя обидеть, а ты все сделала правильно. Извини. Спасибо. Все, успокойся. Пойдем домой. Мне, правда, нужно на работу забежать. Если Лиза придет раньше меня, скажи, чтобы никуда не уходила. Хорошо, есть разговор. И это... Что? Я люблю тебя. Мой хороший. Ай, плечо, плечо. Прости, прости, прости. Пойдем. Пойдем. Все это хорошо, но клумбу нужно прополоть. А траву покосить. Потому что как в джунглях с вами находимся. Урну покрасить. Запишите. И убирать почаще. Должно быть чисто, радовать глаз. Больные должны приходить сюда, им даже нравится это все, понимаете? Максим Александрович. И пожарную лестницу, пожалуйста. Покрасьте ее. Хорошо. Я все выяснила. Ваня совсем не виноват. Он совершенно случайно оказался в месте разбора краденных автомобилей. Он вообще честно порядочный мальчик. Я рад за вас, но очень прошу, вернее, настоятельно требую, чтобы ваш сын не приближался к моей дочери на пушечный выстрел. Вань, а ты не знаешь, о чем конкретно мама хотела поговорить?
Ой, бабка противная, не могу. Что, опять шнырит? Да. Вань, слушай, я подумала тут, а может нам в полицию пойти? Прийти и все как есть рассказать. И попросить, чтобы они защитили нас от этого боярка. Лизка, ты же умная девочка. Ты же понимаешь, что они сначала маму арестуют, а потом разбираться начнут. Да. Ты прав. Ой, хоть бы Войцеховский скорее пришел в сознание. Угу. Или нашелся бы человек, который бы помог нам с планшетом разобраться. Было бы хорошо. Не спите еще? Нет. Ванечка, оставь нас ненадолго, хорошо? Мы поговорим. Я поняла. Лиза, тебе не стоит видеться с Олегом больше. Ой, мама. Ну, ты опять за свое. Ты его совсем не знаешь. И... Ну, хочешь, я вас познакомлю? Олег Дробот женат. У него есть сын. Нет. Нет. Лиза. Нет! Нет, это неправда. Это правда. Они сегодня приходили ко мне все вместе в больницу. Я понимаю, что... Да нет, понимаешь ты ничего. Почему ты врешь? Почему ты просто не хочешь, чтобы я была счастлива или что? Лиза. Или, может быть, это потому, что у тебя ничего никогда не складывалось с мужчиной? Так не надо. Это нечестно. А вот так, как ты честно, да? Лиза. Да все. Я твой отец. Я тебя кормлю и одеваю, поэтому у меня такое право есть. Может, не надо меня кормить и одевать? Давай я пойду работать. Вот прям завтра начну работать в твоей больнице, санитаркой. И буду сама себя обеспечивать. Понял? Ладно, извини, я сказал глупость. Глупость. Прежде всего, ты должна учиться и поступить в институт. Да. Но ты совершенно не умеешь разбираться в людях. Твой Иван очень плохой человек. У него дурная компания. Поверь мне, он вскоре окажется на скамье подсудимых. Это правда. Ты хоть понимаешь, какую глупость ты несешь? С чего ты это взял? Ты же с ним даже не знаком. Я достаточно знаю его и его семью. И поверь, маме бы такая дружба тоже не понравилась. Да, она представляется Анной Величко. А там кто ее знает? Но я же вам говорю, семейство очень подозрительное. Ни документов, ни вещей. Хозяйка машины, Марина, сейчас, одну секунду. Марина Климчук. Климчук, ага. Да, машина может быть украдена. Угу. Вы точно записали ее номер? Да, да. Да, Дарья Михайловна, все записал. Да, спасибо за бдительность. До свидания.
Левченко, а к нам вчера ориентировка на машину приходила из столичного управления, помнишь? Да. А ну-ка, назови-ка мне госномер. Отлично. Значит, сообщи им, что машину мы нашли, и запроси план дальнейших действий. Да, не зря ты возле краденных машин ошивался, Иван Величко. Андрей Михайлович! Андрей Михайлович, это ваше? Нет, это не мое. Простите. Да, это мое лекарство. И я очень хочу, чтобы об этом больше никто не знал. Я знаю, что такое врачебная тайна. Спасибо. Зачем вам такой сильный препарат? Что с вами? Видите ли, у меня расшатана нервная система, у меня расстроился сон, я стал раздражительным, завожусь с полоборота. Я попросил врача, чтобы он мне назначил какой-нибудь нейролептик, и вот он мне это назначил. И что, помогает? Ну, я принимаю его только второй месяц, а он мне сказал, что нужно полгода. Это вам ваш местный врач назначил из вашей больницы? Нет, вы что? Я наблюдаюсь в столице, в частной клинике. Я не хочу, чтобы здесь кто-нибудь знал о моих проблемах. Андрей Михайлович, вам нужно отказаться от этого препарата. Вы сейчас не в том состоянии, чтобы его принимать. Вам может стать намного хуже. А что вы мне предлагаете? Множество других немедикаментозных способов лечения. Можно попробовать иглоукалывание или акупунктурный массаж. Я могу помочь. Я сертифицированный рефлексотерапевт. Сертифицированный? А сертификат у вас, как и прочие документы? Да-да, украли. Ну, понятно. Знаете, на самом деле, я с самого начала понял, что никакая вы не медсестра. Более того, я знаю, что вы никогда не работали в центре здоровья «Лесная тишина». Так это вы звонили? Я думала, Овсиенко. И что, теперь все об этом знают? Не волнуйтесь, никто не знает. Не хотите правду рассказать? Хочу. Thank you.
Я не понимаю, почему я должен платить 4 IT-бездельникам, которые в течение 6 дней не могут восстановить данные. Да, я сам перебросил их на новый планшет. Но ведь они должны быть еще где-то. Послушай, сколько ты содрал с меня денег для создания своей мега-крутой серверной системы? Да, меня интересует процесс, мне нужен результат, и на это у тебя максимум 2 дня, а потом я выкидываю тебя и всю твою шоплу на улицу, понял? Что? Нашелся, Артур Геннадьевич. Мэр нашелся в Дубровине, и местная полиция интересуется, что им теперь делать. Лиза, я обедать, ты со мной? Да, потом. Ладно. Привет, принцесса. Я скучала, а ты? Это ключи от калитки в сказку. Мы с тобой проведем 2 потрясающих дня вдали от этой реальности. Деревянный дом, пропахший старыми травами, лесное озеро с кувшинками и абрикосовый закат. Это и есть тот обещанный сюрприз. Что такое, принцесса? Какие злые силы тебя заколдовали? Ты женат. И у тебя есть ребенок. Ты... Да, я женат, но мы с моей женой совершенно разные люди, фактически с разных планет. Наш брак – это формальность. Я сохраняю штамп в паспорте только потому, что у нас есть сын. Значит, Валентина была права. Я могу вам чем-то помочь? Конечно, можете. Передайте моему мужу, чтобы шел домой к жене и сыну. Иначе я повыдергиваю вам волосы. Олег мой характер знает, так что можете уточнить. Какой же ты дурак. Нет, так будет неудобно. Сядьте сюда. Постарайтесь расслабиться. Ага. Я понял. Добро на связи. Что сказал подполковник? Дубровинский не уверен на 100%, что это наша Анна. Фамилия другая. И в что, целом... слабо с фотографией сравнить? Ты же сказал, она у них есть. Должна быть, Артур Геннадьевич. Так вот, пусть местная полиция этим и займется. Но больше она ни во что не вмешивается. Так и передай своему подполковнику. Если Анна там, мы с ней сами разберемся. Главное, теперь не спугнуть. О, Лиз, привет! Привет. Лиза, ты что, плачешь? Что с тобой? Все хорошо. Ну, расскажи. Просто... просто я влюбилась просто в первый раз, и... а человек, которого я полюбила, оказался... не принцем, а Смеевой. Он меня обманул и предал. Фигово. Ты знаешь, мне не лучше. Мне вообще папа запретил с вами встречаться. Почему? Он назвал его хулиганом и вором. Возражений не принимает. Фигово. Лиз, а у тебя есть время? Думаю, да. Пойдем? Куда? Я знаю одно классное место для восстановления душевного равновесия.
Что здесь было? Ты о чем? С ума сошел, а? Ты запираешься в кабинете с медсестрой. Я все видела и слышала. Не стыдно? Таранец, ты обалдел, а? Да ты вообще думаешь, что тебе будут говорить в больнице, а? Да ты бабник! Мне плевать, что обо мне будут говорить. Но мне не плевать, что старшая медсестра моего отделения, вместо того, чтобы заниматься пациентами, разыгрывает у меня в кабинете сцены из бразильских сериалов. Тварь ты неблагодарная. Петь любишь? Если честно, не знаю даже. А я люблю. У нас открывается караоке-бар, и мы идем в небольшой компании. Идешь с нами? Нет, прости, Катя, мне сейчас не до песен. Ань, ну нельзя же себя так закапывать. Дети у тебя уже большие, а ты... Так, Величка, быстро в третью палату. Там новый больной поступил. Температуру измеришь, давление, поняла? Чего ты к ней так прицепилась? Что тебе не так? Да с тех пор, как эта змея в нашем отделении, все не так. С ума не сходи. Аня отличная медсестра. Хороший человек. Конечно. Такая хорошая, что мужиками крутит, как хочет. Ты знаешь, что и зарплату уже поднимают? И это на пятый день работы. Да ладно. Вот тебе и ладно. Мне в бухгалтерии сказали, и проект приказа показали. Да как же так? Я уже 10 лет здесь работаю, и мне никто ни копейки. А это пришлая? А вот так. Я сколько раз тебе говорила, что она мудная? А ты мне не сходи с ума, человек хороший. Спасибо. Идите. Я возвращаю, как обещала. Анечка, что-то случилось? Да нет. Может, на этот раз я вам помогу совет? Спасибо, Федор Ильич. Я постараюсь сама разобраться, простите. Добрый день. Слушай, ну раз она такая, ну, давай позвоним в санаторий, где она там работала. Как он там называется? Не знаю, тишина. Я звонила уже. Она действительно там работала. Уволилась по семейным обстоятельствам. Все. Больше информации никакой. Интересно, а куда она ехала, когда в аварию попала? Слушай, а я, кажется, знаю, почему она сама сына в больницу отвезла. Почему? Да потому что, если бы она вызвала скорую, то скорая бы вызвала полицию. А наши Анечки... По всей видимости, как нежелательна эта встреча. Я же недавно видела. Я видела, как она просматривала эти странички криминальной хроники. Вот. А я тебя о чем? Да я не удивлюсь, если она преступница и скрывается. Только так. Пока никому ни слова. Поняла? Угу. Барышня, у нас массовое отравление. Господи. Еще привезли, осторожно. Сколько еще пострадавших? У меня только трое, что у остальных не знаю. Симптоматика? У всех одинаковая. А они из разных районов? В том-то и дело, что из одного.
Андрей Михайлович, все пострадавшие из одного района. Южный. Надо узнать, откуда он снабжается водой. И откуда берут воду другие районы города. Вы думаете, что в воде может быть инфекция? Вполне возможно. Я сейчас же позвоню в санэпидемстанцию, пусть возьмут на анализ пробу воды. Эпидемии нам не хватало. Так, Величко, быстро в пятую палату. Там двое тяжелых привезли, а с ними только медбрат из стоматологии. Что тут у вас? Температура высокая, 38,7, и продолжает расти. Лиззи. Пульс почти 100 ударов в минуту. Периодически возникают рвотные позывы. Я чем-то могу еще помочь? Таранец, слушаю. Хорошо, я понял. Спасибо. Что там? Провели экспресс-анализ воды. Все в норме. Максим Александрович, ваша дочь среди больных, поступивших. Где? В пятой. Танюша, всем поступившим повторно измерить температуру. Хорошо. Мама. Дима. Максим Александрович, меня здесь одной достаточно. Это моя дочь. А это моя. Вы не переживайте, мы справимся. Ваня, Таранец просит зайти тебя в шахматный уголок, срочно. С девочками я займусь. Хорошо. Суши. Не хочу суши. Ты отравилась суши. Это похоже на отравление, но мы не можем исключать инфекцию и риск эпидемии. Скорее всего, дело в суше, которое подают в кафе «Бриз». Оно именно в том районе, откуда практически все пострадавшие. Там часто бывает моя дочь. А что там делала моя Лиза? И что конкретно они там ели? Чем могли отравиться? Это вопрос. Кафе «Бриз», вот номер. Ага. Ну-ка. Добрый день. Вы позвонили в кафе «Бриз». Слушаю вас. Вас беспокоит главврач районной больницы Горский. К нам поступили больные в очень тяжелом состоянии. Скорее всего, они посещали ваше кафе. Нам нужно знать, что именно они ели там у вас. И нет ли среди ваших сотрудников заболевших? Что за ерунду вы несете? Если кто-то где-то чем-то отравился, при чем здесь мы? Послушайте, я не несу ерунду. Я повторяю, у нас больные в очень тяжелом состоянии. И нам нужно понять, что они ели, чтобы разобраться в этой ситуации. А я вам повторяю, что мы тут ни при чем. У вас есть официальные результаты экспертизы? Нет? Тогда до свидания. Позвольте мне. Добрый день, вы позвонили в кафе «Бриз». Слушаю вас. Вас беспокоит из районной больницы. Нам очень необходимо знать, что ели сегодня у вас ваши посетители. Я уже ответила вашему товарищу, что мы тут ни при чем и никаких сведений давать не будем. Будете. Если мы не узнаем, что ели поступившие к нам больные, мы не сможем им помочь, и тогда вас ждут очень серьезные последствия. И на вашем заведении можно будет поставить крест. Но как мы узнаем, кто именно из наших посетителей отравился? Мы же не спрашиваем их фамилий. У нас ежедневно бывает до 100 человек. Давайте так, договоримся. Вы расспросите официантов. Например, что заказывали... Например, у вас сегодня были две девушки, одна... Русые, кудрявые, с голубыми глазами, а у другой волосы светлые, с разноцветными прядями. Хорошо, я сейчас попробую выяснить. Не кладите трубку. Спасибо. Алло, вы меня слышите? Да. Такие девушки были. Пришли вместе, заказали роллы «Филадельфия», «Калифорния» и «Грибной салат». А что входит в состав этих роллов? И как называются грибы? Грибы шиитаки, а в роллы входит лосось, креветка, авокадо, икра масага и соус терияки. Спасибо большое. И закройте ваше заведение, пока не выясните, что к чему. Уже закрыли. Благодарю. Что будем делать? Думать. Пока мы сделаем необходимые анализы и выясним точную причину отравления, пройдет очень много времени, а у нас его нет. Я предлагаю самостоятельно проанализировать причины отравления и назначить
Препараты широкого спектра действия. Твои люди неделю не могут найти полумертвого старика. Да грош цена таким спецам. Извините, я... Да. И дальше что? Держите, вот то, что они ели. Ух ты, мне на дежурство пора. Если что, я в отделении. Может, попробуем гемодиализ? Да нет, если речь идет о грибах, то лучше подойдет гемосорбция с альбумином. Ну, так ты прав? Да, я прав. Но у нас нет нужных иммуносорбентов. И в аптеке их не купишь. Спасибо. Артур Геннадьевич, похоже, в Дубровине именно та, на которой нам нужна. Что значит «похоже»? Ты рассказал, что выслал ее фотографию. Да, отправил, но у них, оказывается, проблемы с интернетом. Там строители что-то копали, повредили кабель. Да как они решили, что это она? Да, ее местный следак видел. По описанию вроде подходит. Вроде! Похоже! Ты можешь сказать что-то конкретнее? Эта женщина вместе с детьми снимает полдома у тетки, которая сообщила в полицию о Мерсе. Дальше. Анна Величко появилась в Дубровине совсем недавно и тут же устроилась работать с медсестрой в местную больницу. 3 из 3, Артур Геннадьевич. Значит так. У меня через 2 часа встреча с каким-то английским искусствоведом. Он здесь по делам, и Вильямс хочет, чтобы он снова взглянул на коллекцию. Не доверяет нам этот ценитель прекрасного. А потом поедем в Дубровин. И если это наша Анна, то и мой дядечка наверняка тоже там. Ну-ка. Катенька, идите в другую палату. Здесь мы с Максимом Александровичем справимся. Хорошо. Я не знал, что наши дочери знакомы. Я знала. Где сейчас ваша Верочка? Дома. А, да-да-да. Надо позвонить соседке и сказать, чтобы забрала ее к себе домой на ночь. Есть иммуносорбенты. Областной инфекционный. Я туда. Нет, нет, вы гастроэнтеролог, ваше место здесь. От меня пока мало, поэтому поеду я. Единственное, что... Не переживайте. Я буду здесь, рядом, с обеими. Спасибо. Здравствуйте. Вы маму не видели? О, она в 5-й палате. Спасибо. Потеряла? Нужно добавить капельницу, антигистаминный препарат. Я как раз сама собиралась. Я надеюсь, ты будешь заботиться не только о ваших с Горским дочурках. Разумеется. XXI век. Туристы в космос летают. Тут нельзя фотографию за пару сотен километров отправить. А, бывает. Я вот что подумал, Артур Геннадьевич, не нужно было вам ехать. Я бы взял парней, мы бы там... Кириллов, я тебе уже говорил, никто, слышишь? Никто, кроме тебя, не должен быть в курсе подробностей этой истории. Лишние глаза и уши – это лишний труп. Тебе нужны лишние трупы? Смешно, не, мне не нужны. А я не шучу. Красивая молодая женщина с добрым внутренним взглядом. Сейчас, конечно, бывает обманчива. Она Колесниченко, значит. Врач высшей категории принесла своему пациенту не выздоровление, а смерть. Ого! Ничего себе, Анютка. Вот это да. Нена! Ты ж кожа драный, ты что творишь, да? Остынь. Не, ну Артур Геннадьевич, мы из очереди в отбойник не улетели. Сейчас я вам покажу. Да хватит тебе. На, нравится? Собака. Идиот. Урод, а? Ну что ты творишь, урод? Простите, простите, виноват, виноват. Меня в Дубровине. Люди в тяжелейшем состоянии лежат. Под капельницей. Я им лекарства везу. Каждая секунда, дорогая. Дубровин есть, да? Да. Слушай, братишка, а сколько у вас там больничек в Дубровине? Одна. Одна. А у вас там такая Анна не работает, у нее получается... Ответь!
Не морочь человеку голову, а? Ты извини, у него это, жена сбежала, он теперь этому везде на его мерещится. Уехала она уже давно, ясно? За границу. Ты извини, да? Удачи. Спасибо. Извините. Давай, брат. Поехал. Отделение. Вам в помощь. Спасибо, ребят. Спасибо. Привезли? Отлично. Мам, с ними все точно будет хорошо, а? Рогнеч, пойдемте? Нет. Но почему нет? Сейчас ночь. Хозяйка нас не пустит, это в лучшем случае. А в худшем полицию вызовет. Хорошо, тогда давайте пойдем в гостиницу, поспим. Здесь останемся. Куда назад? Нельзя упустить Анну. Отведите парня. В мой кабинет, там есть кушетка, пусть поспит. Спасибо. Манечка, пойдем. Совсем не такой плохой, как мы о нем сначала подумали. И Юлька мне очень много о нем хорошего рассказывала. Вань, ну я же уже говорила, мы здесь ненадолго. Все ведь будет хорошо, да? Жизнь, мы хорошо поспим. Проснись же ты. А что случилось? Я кое-что выяснила. По поводу Анны Величко. Это просто бомба. Полин, дай мне поспать хоть немного, а? Оказывается, наша замечательная Анна – убийца. Вот поэтому она так тщательно скрывает свое прошлое. Кстати, она вовсе не Величко, а Колесниченко. Полин, хватит нести чушь. Я знаю про ее прошлое. Mm-hmm. Ничего плохого в нем нет. Да ничего ты не знаешь. Оказывается, 7 лет назад она вела пациенту препарат, от которого тот умер. Правда, от тюрьмы ее отмазали. Полина! Я устал от тебя. Нет, даже не так. Ты меня достала.
Теперь мы с тобой просто коллеги, хорошо? И ничего более. И, пожалуйста, давай без скандала. В порядке, девочка, лучше. Аня. Аня, ваш муж. Максим Александрович. К работе это не имеет никакого отношения. Сегодня выдалась. Я целым я поспала полтора часа. А я теперь понимаю, почему Горский решил повысить Ане зарплату. Она просто супер-медсестра. Она не медсестра, а врач-убийца. И фамилия у нее не Величко, а Колесниченко. Угу. Да, я в интернете статью нашла. 7 лет назад она убила пациента. Что вам тут нужно? Мы разыскиваем Анну Колесниченко. Она может представляться так же, как Анна Величко. Знаете эту женщину? Да, это моя квартирантка. Она сейчас дома? Нет, ее нет. И детей нет, и всю ночь не было. Где она, может быть? Наверное, в больнице. Вы знаете, у нас вчера много людей поотравилось этими, как их, господи, сушами. А что, она что-то натворила? Украла вещь одну дорогую. Воровка. О, батюшки. Вы знаете, она мне сразу не понравилась. Нам необходимо осмотреть ее комнату. Да, да, конечно. Ой, ты, Господи. А вы откуда? Из столицы. Ну, ладно. Туда-да. Ну, как? Убедилась? Ну вот зачем о человеке говорить гадости? Ты сама до конца читала? Этот пациент скрыл от Ани, что он принимал инъекции для омоложения. Это просто несовместимо с тем препаратом, который приписала ему Аня. И суд ее оправдал. Да-да-да. Знаю я, как и кого у нас оправдывают. Вот просто интересно, во сколько это обошлось нашей Анечке? Поля, ну что ты такая злая, а? Тебе ж не с людьми работать, а в клетке с тиграми. Рычали друг на друга с утра до вечера. Да с такими людьми, как здесь, вообще ни один нормальный человек работать не сможет. А ты вообще курица безмозглая. Да все, спасибо. Максим Александрович! Максим Александрович! У меня к вам разговор. Серьезный. Я слушаю вас, Полина Борисовна. Величко вовсе не та, за кого себя выдает. А доктор Таранец, оказывается, все знает. И покрывает ее. Ну, это понятно, почему наш заводеление не пропустит ни одной юбки. Вы о чем? О том, что сама видела. Закрылись вдвоем в кабинете. Там, посреди бела дня. Полина Борисовна, вы лучше займитесь своими непосредственными обязанностями.
Черт. Вот, смотри. А, ну так это же здорово, что экран треснул, правильно? Значит, не смогли что прочитать. Ну, если, конечно, он... Вот, если вы, да кабы. Это может сказать только Аня. А Сань заодно, где мой дядя, любимый? Может, он уже помер. Это было бы хорошо. Ну что, нашли? Да, нашли. Надо же, а. А я посмотрела, у меня ничего не пропало. А где больница? Идемте. Я вам все расскажу, все покажу. Идемте. Марина Викторовна, простите, что так рано вас из дома выдернула. Но вы сами сказали звонить по поводу Войцеховского. Молодец, ты все правильно сделала. Я увольняюсь. Вот. Мое заявление. Какая муха тебя с утра укусила? Не хочу больше работать в этом дурдоме. Как знаешь. Ну ты и сволочь. Полинка увольняется. Жаль, она хорошая медсестра. Да ну человек-то она поганая. Она же тебе вон как нагибала, а ты... Человека невозможно нагнуть, если он сам этого не хочет. Через 2 минутки поставь им, я в процедурную мыться. Угу. Доброе утро, красавица. Пожалуйста, а вы не знаете эту женщину? Знаю. А вы кто? Ну, из угов. Она преступница, да? Вы знаете, я это сразу поняла, как только она появилась у нас. А неделю назад где-то. Да у меня на такие вещи просто чуйка. Где я могу найти ее? Второй этаж, скорее всего, 5-я палата. Следи за входом. Принято. Максим Александрович! Спокойно, спокойно, все случилось. Он нас нашел. А бежать мы не можем из-за Лизы, я не знаю, что мне делать. Значит, все-таки это ночью на дороге был муж твоей мамы, от которого она сбежала. Нет. Ну что ж, а не проще ли встретиться и разобраться спокойно в своих отношениях? Вы о чем? Боярков, это бандит и убийца. Маме угрожает опасность, понимаете? Ну-ка, спокойно объясни мне, что случилось. Хорошо. Неделю назад мы чисто случайно стали свидетелями покушения на одного адвоката. И... Анна Величко, где? Она пошла в процедурную. Где это? Прямо по коридору и направо двери. Ну, привет. Ты что, действительно думала, что я тебя найду? Ты даже... Не догадываешься, с кем связалась? Почему же я догадывалась? Плохая новость. Планшет у меня. Твоя квартирная хозяйка оказалась очень отзывчивой женщиной. Залезла в него? Где дядя Слава? Жив еще? Я не знаю. Где он?
Именно поэтому я оказался в этом ангаре с краденными машинами, откуда меня уже и загребли в полицию. Доброе утро. Доброе утро. А там Величко, то бишь Колесниченко, пришли арестовывать. Молчишь? Глупо. Знаешь, я считал тебя умной женщиной. Я начинаю терять терпение. Дева Цеховский. Я повторяю, не знаю. Аня, фух, везде вас ищу. Там вам звонила какая-то Марина. Она очень торопилась и просила передать, что Вячеслав Федорович уже пришел в себя и дает показания против какого-то Борикова. Бояркова. Да, Бояркова, точно. Простите, я ничего не понял после сегодняшней ночи сумасшедшей, но вам это о чем-то говорит? Да-да, вы нам очень помогли. Спасибо. Федорович. Думаешь, это что значит? Это ничего не значит. Слова полоумного старика против твоих отпечатков на шприце. А еще прецедент 7-летней давности. Я иду в полицию. Встретимся в суде. Это он! Лиза, смотри. Тихо, тихо, не лезь. Тихо, дайте мне уйти. Да. Дайте мне уйти. Конечно. Ясно? Пошел, Синя. Синя! Мы уходим. Хорошо. Ясно? Хорошо. Да, да, да. Все. Ваня, звони в полицию! Все, 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 не дергайся. Руки убрали. Тихо. Мама! Мама, мамочка, мамочка, мама. Каталку, быстро! Глазки не закрывай, смотри на меня. Вот так, молодец. Молодец. Лизе уже лучше. Твои дети в безопасности. Бояркова в полиции сидит, да. За ним уже едут из столицы. Оказывается, его давно вели за экономические аферы, только он все время ускользал. А тут хлоп, все. Тихо, тихо, тихо. Послушай, послушай, потерпи, потерпи. Хирурги из областной больницы, слышишь меня? Аннушка, Аннушка, ты слышишь меня? Нет, сто раз еще услышишь. Все будет хорошо. У меня внутреннее кровотечение. Может быть, поздно. Он успеет, правда. Все будет хорошо. Потерпи, потерпи. Ты же знаешь, времени нет. Терпи, терпи. Ты все можешь сам. Я нет. Я не смогу. Прости меня. Ты сможешь. Но ты же знаешь, я не могу, Аня. Я не могу, нет, нет. Ты сможешь? Нет, я не могу. Я не смогу, прости. Нет, я не смогу. Ты сможешь. Аня. Аня, ты меня слышишь? Аня, ты меня слышишь? Готовьте мне операционную, анестезиолога, срочно! Не переживай, уже все хорошо. Мам, ты как? Где Поярков? Поярков? Он в следственном изоляторе, мам, все хорошо. Информацию из его планшета вытащили, поэтому на нем сейчас очень много экономических преступлений, на плюс 2 покушения на убийство.
Как же шприц с моими отпечатками пальцев? Мам, следователь во всем разобрался, тебя ни в чем не обвиняют. Угу. На флаконе, на шприце, на которых были твои отпечатки, в них нашли остатки яда, но и Кириллов, спасая свою шкуру, выдал Пояркова, что это он подменил флакон. Его слова подтвердили в подпольной фармацевтической лаборатории, которую тоже провел Кириллов. Там производят, упаковывают и маркируют пустышки под видом дорогих лекарств известных производителей. К сожалению, без зрения совести они выполнили заказ и Пояркова. Нанесли маркировку на флакон со смертельным для Войцеховского препаратом. Знаю, что были не в курсе содержимого, но это их не освобождает от ответственности. Лиз. Мам, мы пойдем перекусим чего-нибудь в буфет. С возвращением. Беклянка ты моя. Спасибо.